Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Flash FX Scalper. Данная стратегия одновременно является скальперской и трендовой и содержит как стандартные скользящие средние, так и сигналы в виде стрелочек, а также панель с указанием направления тренда для покупки бинарных опционов. Также стоит отметить, что стратегия Flash FX Scalper для бинарных опционов является платной, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. Данная стратегия включает в себя 4 индикатора. И первый индикатор – это индикатор точек. Стандартно данные точки представлены серым цветом, хотя при желании их цвет можно поменять. Кроме изменения цвета в данном индикаторе больше ничего нельзя настроить, а отвечает он за показания тренда. И если цена находится под точками, то это говорит о том, что сейчас преобладает нисходящий тренд, а если цена находится над точками, то это говорит о том, что преобладает восходящий тренд. Если же цена начинает двигаться то выше, то ниже точек, то это говорит о флете. Следующим важным индикатором в этой стратегии является индикатор сигналов в виде стрелочек. На чем основан данный индикатор, к сожалению, сказать нельзя, так как у него тоже можно настроить только цвета. И в данном случае зеленый цвет отвечает за опционы call, а белый цвет за опционы put. Также, как говорилось ранее, в стратегии присутствуют информационные панели. И таких панелей две. Одна из них представляет валютные пары, другая представляет таймфреймы. Суть панели с торговыми активами заключается в том, чтобы определять по цвету, какие активы в данный момент направлены вниз, а какие вверх. И зеленый цвет, как и цвет стрелочек, по итогу говорит о восходящем тренде, а белый о нисходящем. Если цвет валютной пары на панели черный, то это говорит о том, что на ней сейчас флэт. В настройках данного индикатора можно поменять список торговых активов, а также расположение панели и размер шрифта. И последним индикатором, который является второй панелью, является панель таймфрейма. Данная панель отвечает за таймфреймы и цифры, которые показывают перекупленность, перепроданность или флэт для каждого таймфрейма. По итогу белым цветом отмечается таймфрейм с сигналами на снижение цены, зеленым на повышение, а черным отмечаются таймфреймы с флэтом, то есть сигнала по ним сейчас нет. Из настроек данного индикатора можно поменять только расположение данной панели. Больше настроек в нем никаких нет. Теперь после рассмотрения работы всех индикаторов данной стратегии можно рассмотреть правила торговли по ней. Так как данная стратегия является трендовой, то обязательно стоит понимать, как работать по тренду. Для этого можно посмотреть наше видео, в котором рассказывается про работу по тренду. Ссылка на данное видео находится в правом верхнем углу. Покупка опционов по данной стратегии осуществляется только при наличии нескольких сигналов, которые должны коррелировать между собой, то есть быть одинаковыми. И опционы call покупаются, если цвет торгового актива был зеленый на панели. Также цвет таймфрейма должен быть зеленым. Появилась зеленая стрелочка, направленная вверх, и цена должна быть над серыми точками. И отличным примером покупки опционов call может послужить данная ситуация. В данном случае на валютной паре евро-фунт мы видим, как на одной из панелей у нас есть зеленый цвет под таймфреймом, также цвет валютной пары зеленый. Появилась зеленая стрелочка, и также цена находилась в этот момент над серыми точками. Экспирация по всем сделкам используется в 3 свечи. Для покупки опционов put используются точно такие же правила, но наоборот. И необходимо, чтобы цвет торгового актива был белый, цвет таймфрейма также был белый, появилась белая стрелочка, направленная вниз, и цена была под серыми точками. И хорошим примером для покупки опционов put может послужить валютная пара фунт-доллар. И в данном случае таймфрейм H1 у нас белого цвета, также сама пара у нас белого цвета, появилась белая стрелочка, направленная вниз, и в момент появления сигнала цена была под серыми точками. Экспирация в данном случае также используется в 3 свечи. Несмотря на то, насколько прибыльной может являться любая из стратегий, никогда не забывайте про правила money management и risk management, а также обязательно тестируйте каждую стратегию на демо-счету. Если она покажет положительные результаты, только после этого переходите на реальный счет. Если данное видео было для вас полезным,
то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!